Три часа, и мы здесь с вами для того, чтобы вместе с Мартовой и круто провести этот день с вот этим молодым человеком. Так, мы — это Лавика и я — молодая людина. И дальше у нас топ любимых композиций меломанов. Как подкурить App Store. Как играть на пианино, совершенно не знаю нот, об этом мы говорим с нашей прекрасной гостью. Как звати? Нинель Грюнер. Нинель Грюнер, директор из маркетингу Roommate Studio. Це компанія – розробник проєкту Piano City – музичної гри, що стала найкращою у App Store 127 країн світу. Геймери проходять квести і змагаються між собою у виконанні композицій. Зустрічаємо! Привіт! Привіт! Так, скільки, в общем, нот ти знаєш? Давай сразу. Та-дам! Блін, це тяжело. Я знаю, що от ми граємо в рамках одної октави. Дальше мої знання музики, вони як би пропадають. Наприклад, ти пам'ятаєш, що взагалі 7 нот є? Да. Ну ти сама граєш на музикальних інструментах? Да, якщо назвати нашу гру музикальним інструментом. Ну а що для тебе все ж таки це більша гра або ж музичний інструмент? Ну, мы когда создавали этот продукт, мы посмотрели на все, что происходит там на сторе, и нашли кучу популярных приложений, которые, ну, собственно говоря, симулируют игру на пианино. И подумали, что пользователям, наверное, ну, не просто хочется учиться играть, да? Мы решили сделать это немножко более фановым, сделать из этого игру, ну, чтобы у пользователя было вот ощущение, что... А почему пианино, например, не гитара, саксофон? Почему пианино? Ну, во-первых, это один из, наверное, самых распространенных музыкальных инструментов. Почему-то в школу больше всего отдают на нем играть. Вот. Плюс у нас же достаточно специфическое приложение, в котором есть и лицензированная музыка, и классические произведения. Вот, с гитарой немножечко посложнее. Я не очень знаю много классических произведений гитарных. Чья эта идея? Кто подал идею? Ну, это коллективный такой брейнсторм, наверное, можно это так назвать. Коллектив это кто? Я даже так не вспомню сейчас. У нас примерно 8 человек, которые постоянная команда, которая занимается разработкой, и плюс дизайнеры, которые на разных этапах подключаются к, ну, собственно говоря, к разработке арта для игры. А чтобы... твоя функция в этом во всем какая? Я маркетинг-директор, и моя функция сделать так, чтобы это все не только игралось, но и зарабатывало немножечко денег. Зарабатывается? Зарабатывается. Слушай, в каких странах наипопулярнейше представлен этот додаток? Где закачивают больше, вы бачите? Самые, у нас есть 4 самые популярные страны по закачкам. Это Америка. Это United Kingdom, Англия, и Италия, и Россия. А где там Украина находится в этом рейтинге? Украина, по-моему, на где-то 12 месте по закачке. Слухай, эта шиграшка, ну, действительно объединяет людей, потому что можно же играть с представниками других стран, так? Да. И даже батлы влаштовывать. Да. Добре, тогда, если батл, то зазвичай користується популярностью больше классическая музыка, або ж ты, например, Леди Гага. Мы не можем предоставить пользователям бесплатно возможность играть в лицензированную музыку. Ага. Поэтому на данный момент у нас есть возможность играть только в музыкальные батлы, только на премиальных. Добре, ну если я там прокачав, так, прокачався, и можешь також використовувати хиты. Які хиты можно там знайти? Ой, у нас их очень много. У нас, ну, например, есть Lady Gaga, Depeche Mode, Imagine Dragons, One Republic, Sia. Вот в этом апдейте выйдет Psy, мы даже получили его. Ну, зараз я пропоную зібратися, так, и, как там, Piano City. Мы будем выходить в City Kyiv для того, чтобы зіграти с вами вот такую играшку. Мы задаем питання, а вы отвечаете. Знаешь, сколько нот вообще в музыке существует? Нот. Музыкальных нот? А посчитать тяжело. 7. 7, в принципе. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Можешь их спеть? До, ре, ми, фа. Соль, ля, си, до. Ми, фа, соль, ля, си. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Пользуешься какими-нибудь музыкальными приложениями на мобильном телефоне? Музыкальные приложения? Плееры какие-то или что-то такого плана? Конечно. Шазам. Именно музыкальных каких-то приложений особенных нет. Плейлист, кнопочка нажала и все. Нинель, а вот вы планируете каким-то образом расширять именно вот в Украине свое приложение для того, чтобы мы могли дружить и так поддерживать отношения с другими странами? Мы вообще занимаемся постоянным обновлением нашего продукта. У нас с выхода в сентябре уже вышло обновление на Хэллоуин, и вот сейчас вот выйдет обновление на Крисмас, то есть на Рождество.
Что касается украинских пользователей, то спасибо компании Apple, она все нас поддерживает. Мы, в принципе, все время выходим в специфических подборках на первых страницах приложения App Store. Мы получили на обоих релизах featured as best new app, то есть что значит выбрано как лучшее обновление, выбрано как лучшая новая игра. Мы также получили признание как лучшая игра сентября. Может быть, и рождественскую нашу подборку тоже отметят. И дальше у нас Нинель будет открывать секреты, как попасть в топ-листы самого Apple. Будем об этом рассказывать, а также еще и будем учиться с вами играть на пианино с помощью гаджета и игры. И как заработать на запуску безкоштовного додатка. И вообще, как стать лучшим в мире музыкантом и не ходить в музыкальную школу. Об этом мы будем лениво вам рассказывать в интересном стартап-шоу ровно через час.